тихо подъезда. Путана. Так, она у вас машину выиграла. А Семёныч, старый алкаш, так он у вас 5 миллионов выиграл. 3 дня не выходит на улицу, празднует. А Колька, это я балдуй, так он у вас 7 миллионов выиграл. Послушайте, бабушка, я это и без вас знаю, я здесь постоянно сижу. Вы билет брать будете или будете продолжать мне мозги канифолить? А у Никифоровны через 15 минут процедура в поликлинике закончится. Так я тогда с ней пойду к подъезду сплетничать. А так я пока тут постою. Вот так вот.